Омские фехтовальщики на колясках планируют попасть на чемпионат мира. Спортсмены сейчас составляют план тренировок. Как занимаются признанные сибирские паралимпийцы и как юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которым только предстоит преодолеть себя, расскажет Юлия Боброва. Тамич Олег Шарепа – инвалид-колясочник, но при этом занимается метанием ядра и легкой атлетикой и тренирует сборную по бочи, игре с мячом на точность. Спортсмены – люди с детским церебральным параличом. Месяцы подготовок, месяцы тренировок. Просто бросить мяч именно к белому мячу, к джекболу. Здесь могут принимать участие все. И как раз ребятам это плюс, когда они играют со здоровыми, когда они играют со своими родителями. Ваню Мурашова на тренировки водит мама, хотя сначала сомневалась, стоит ли начинать. Когда начинали заниматься, плохо кидал, честно говоря. Я даже думала, что у него вряд ли получится, потому что у нас гиперкинезы, и тяжело очень делать точные броски. С 2 лет занимаемся плаванием, он умеет плавать сам, вот несмотря на такие физические ограничения. Ездит на веломобиле сам. Мы очень активный образ жизни ведем. Летом в палаточные лагеря выезжаем. Впрочем, чаще люди с ограниченными возможностями здоровья замыкаются в себе. Особенно после травмы, говорит тренер Кузбасского клуба для инвалидов Светлана Попова. Поэтому она постоянно держит связь с больницами. И как только там появляется пациент, например, после аварии, приезжает, чтобы уговорить его заняться спортом. Он еще не пришел в себя, а у него же есть цель, чем он будет заниматься после больницы. Это самое важное. Потому что были случаи, когда я не вовремя узнавала, что человек получил травму. Как-то родственники не хотели потом, чтобы ребенок занимался. Ах, как так? Он потерял ногу, еще же будет где-то скакать. Да и пусть скачет на здоровье. Так новосибирскому спортсмену Максиму Кублицкому 8 лет назад сказали, что он никогда не сможет ходить. И тогда Максим стал бегать по горам. Он занялся скайранингом, а еще биатлоном и триатлоном. Правда, проблемы есть. Не получается попасть на сборы. Сейчас ситуация такая, подурезали бюджет. И если раньше мы могли позволить с командой выехать там 5, 6, 7 человек, к примеру, то сейчас там 2-3 человека вместе с тренером едут. В паралимпийском спорте, это не такие зарплаты, как у футболистов, например, у наших. Поэтому сложно организовать себе сбор. Омские паралимпийцы-фехтовальщики уже готовы были отправиться на игры в Рио-де-Жанейро. Российская сборная там считалась фаворитом наравне с китайскими спортсменами. Когда-то я давала интервью и говорила, что моя цель – это подготовка и победа в Рио. К сожалению, туда мы даже и не доехали. Хотя, конечно, готовились очень серьезно. Я отходчивый. И я понимаю, что не поехали на Олимпиаду, но жизнь не кончилась. Еще много побед впереди. И живем. Если от какого-то одного поражения мы будем останавливаться, то зачем тогда вообще было что-либо начинать? Это не по-нашему, не по-сибирски, это точно. И омичи не остановились. Завоевали медали в Италии и Венгрии. Сейчас готовятся к новым победам. Впереди чемпионаты России и мира. Юлия Боброва, Сергей Степанишин, Ольга Маховская, Дарья Швыдкая, Наталья Киселева. Новости здесь, Омск.